Туберкулез или чахотка, как называют недуг в народе, очень опасное и серьезное заболевание, известное человечеству уже давно, поэтому его лечению уделяется особое внимание. В Ульяновске улучшают материально-техническую базу областного противотуберкулезного диспансера. В этом году отремонтировали отделение номер 2 в стационаре на улице Металлистов города Ульяновска. В данном отделении провели малярную работу, полностью поменяли электрику, полностью обновили полы, сантехнику. Также для пациентов поставили новые кровати и тумбочки, которые закупили в прошлом году, установили пластиковые окна, а также приобрели оборудование для работы с лекарственными средствами. В настоящее время в отделении номер 2 проходит лечение около 60 человек. Ремонтные работы завершены, и скоро все пациенты переедут в более комфортные условия. Все очень удобное. Все под замочками. Все промаркировано. Также холодильник. Вся эта мебель новая. Все у нас здесь есть. Улучшены и условия для работы медиков, оборудованы ординаторская и другие служебные помещения. Там также проведены ремонтные работы и приобретена мебель. Новые условия в диспансере радуют и сотрудников, и пациентов. Всем очень ремонт понравился, потому что помещения стали чистые, стали уютными, стали оборудованы, то есть как бы и новые мебели для сотрудников, и для пациентов, то есть всем все понравилось. Работа для улучшения качества оказания медицинской помощи проводится регулярно. В прошлые годы закупалось новое оборудование. Улучшение материально-технической базы диспансера положительно повлияло на результаты лечения. В течение последних 3 лет значительно снизилась заболеваемость туберкулезом и смертность. В 2023 году работа продолжится. Юлия Руднева, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.